В генеральный план развития Одессы планируют внести изменения. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии Горсовета. В частности, необходимо пересмотреть планировку исторической архитектуры и инфраструктуры города. Проект генеральный практически был разработан, его основная графическая часть, 2005-2007 год. Прошло больше 10 лет, построено безумное количество жилых комплексов. Это тоже транспортные развязки, инфраструктуры, необходимо вносить изменения. Нужно опять же вернуться к опорному плану нашему, исторически-архитектурному опорному плану. Происходят изменения в названиях улиц, происходят постоянные изменения в добавлении памятников культурного наследия. Предварительное изменение в генплане планируют утвердить весной 2020 года.